Закрутить все гайки. Рабочие Саратовского водоканала приводят в порядок свое хозяйство. Работы плановые в рамках подготовки к зиме. На 6 объектах идет замена старых задвижек и гидрантов. Все работы, ну, так скажем, одинакового характера. То есть мы демонтируем старое оборудование, которое находится в эксплуатации уже десятки лет, и ставим новое оборудование. Надеемся, что срок службы новых задвижек составит не менее 50 лет. По крайней мере, такую гарантию дает производитель. Без холодненькой почти на сутки остались 9 детских садов, поликлиники и более 200 домов в Кировском и Ленинском районах. Алена не так давно стала мамой. От жары они с малышом спасаются в тени. А вот без воды приходится туго. Ванну набрали, в тазы набрали, в бутылки питьевую, чтобы была. Надо помыться, и вообще жара такая стоит. Как обещают, воду дадут уже к 3 часам ночи. Но даже такие короткие отключения в жару переносятся людьми тяжело, поэтому организован подвоз воды. Мы побывали на 3 точках, на 2 из них не было никакой воды, ни технической, ни питьевой. Любовь с дочерью вышли на улицу Жуковского, чтобы набрать немного воды для бытовых нужд. Хоть и запасались заранее, оказалось мало. Расписание и адреса подвоза нашли в интернете. Ждали около часа, но машина так и не приехала. Безобразие. Если обещали воду, то должны привезти воду. Во-первых, плохо, что воду привозят в рабочие часы, согласитесь. Это недопустимо, потому что люди работают в основном. А вот на 2-м украинском проезде автоцистерна появилась вовремя. Однако, по словам водителя, примерно за час, что он стоит, к нему еще никто не подошел. Здесь, может, недавно только отключили. И сейчас еще время не позднее. Сейчас, может быть, кто с работы придет, кинется, а так-то днем все на работе. Ремонт на всех 6 объектах сотрудники водоканала обещают закончить уже сегодня вечером. После этого начнут постепенно включать холодненькую. В домах она должна появиться к 3 часам ночи. Екатерина Сулейманова, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.